aspettiamo quando ti devo dare da lei o del tu? Sì, aspettiamo quando tutti i clienti arrivano, guardi adesso piccolini questi arrivano, di scritto che... vai diretta te? Sì, sì, diretta, questa è diretta, e questo Instagram, questa VK nostra, guardi adesso arrivano tutti la gente, guardi. Arrivano Лена Тарутина, здравствуйте, Леночка, тут и альтри arrivano, а questo YouTube, YouTube fatto non diretto, fatto видео, e dopo metto dentro YouTube. Здравствуйте, дорогие девочки, как я обещала, боялась сглазить, столько у нас, каких-то у меня было совпадений неприятных, и вот сегодня я вам хочу представить одного из самых любимых, известных, популярных дизайнеров, моделистов, мэтров моды Рената Анжи. Вы уже видели, здравствуйте, Леночка, вы уже видели Филиппа, сына, и теперь вот эти сумки, на которых написано Рената Анжи, то есть вот эта роспись. Этот человек, которого вы сейчас видите, это сам Рената Анжи, сам маэстро, мэтр, который делает дизайн для вот этих всех любимых так вами сумочек Рената Анжи. И сегодня хочу вам не столько показать модели, сколько мы хотим рассказать вам с Рената, как рождаются вот эти красивые, любимые вами сумки, из какой кожи их делают, как Рената учился, как он развивался, как, скажем, пришел к этому уровню, на котором сейчас находится фабрика, как делаются модели вот из текстиля, из картона. То есть потом еще пойдем в цех, покажем вам это все, ну, наверное, какие-то детали мы так рады были увидеться, мы столько говорили, мы проговорили практически полдня о разных интересных для нас вещах, и опять же кто-то спрашивал о перчатках, которые делали Рената Анжи, поэтому вы можете задать вопросы, вы можете что-то написать, я постараюсь читать, ну и конечно я буду синхронно переводить это все, не так для меня легко, я все-таки не синхронный переводчик, как Черниговская говорит, что в голове пожар, когда люди синхронно переводят, поэтому можете задавать вопросы, Рената будет рассказывать, я буду переводить. А модели, у меня вышла новая коллекция, это той кости компионы ди колоре, но нового коста гриджо кьяро, тутти кости колоре, кетой фато. А, соло квеста, абор сенон, соло квеста. А, си, квеста, си. Да, си. Вот. Ирина parla bene, ma io parlo solo veneziano. Окей, okay. Io ti aiuto, tu spieghi tutto. Dirò che parlo solo veneziano. Solo veneziano con dialetto veneziano. Вот, то есть я с гордостью могу сказать, что новую коллекцию я уже оплатила, на ближайшие дни мне ее отправят из этой новой кожи, то есть я вам уже немножечко выставляла в Телеграм фотографии этих сумок, и, соответственно, уже с Божьей помощью, надеюсь... Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Я думаю, что эти сумки будут у нас. И ваши любимые для телефона. Все покажу вам. Давайте нам расскажет Рената, что считает нужным. Я буду все это переводить. И, соответственно, он расскажет, как он рисует это все, как из бумаги делает выкройки, как потом из бумаги это все из ткани получается. И можете задавать ему вопросы, я буду переводить. Вот, так что тупой спигары, тутти клиенты, кому ту фай дизайне, кому ту фай модели ди борсы, кому фай ди тисуто, тутто, и лору ти доманда на квалькоза, и о традучи, тутти туе пароли. Va bene. Спero, che tutto possibile. Sentiamo cosa mi... Anche se un po'... Sentiamo cosa chiedono. Ok, sentiamo. E tu spieghi per loro cosa tu hai spiegato per me, come? Allora, noi incominciamo dal disegno di una borsa che adesso qui non ce l'ho, in ogni modo poi facciamo i primi prototipi. Sì, questo è interessante. Вот смотрите, девочки, ваш любимый рюкзак. Sì, aspetta. Prima li disegniamo. Poi facciamo il modello fatto con la carta. Guardi un po' lontano, per sì, così. Facciamo con la carta, con tutto, facciamo i modelli.
i prototipi. Facciamo tutti i prototipi delle borse. Вот, да, перевожу, значит, ждет меня Рената, чтобы мне было легче. Да, вот он говорит, что, видите, вот смотрите, ваш любимый рюкзак, вот он, рождается вот этот, это «Mi detto Filippo, che questa come icona stile, come di tua azienda, esattamente questo zaino». No, 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 questa модель, come zaino viso di tua azienda. Questo zaino, noi abbiamo fatto un brevetto, si chiama brevetto, da voi si chiama... Questo brevetto, questo apro chiuso, come incassator, come borsa di incassator. Sì, c'è un brevetto che viene, che noi abbiamo fatto un brevetto, che abbiamo fatto, che l'abbiamo solo noi, non c'è altre aziende che hanno questo prodotto. Que bien aperto. Да, вот рассказывает Рената, что делают вот это устройство, como кьюзура квеста, да, что делают только они, что этот рюкзак, это, как бы сказать, визитная карточка Рената Анжи. И вот он рассказывает, вам показывает, мне было удивительно, да, да, бомбейте и аюто. И перифурти. L'abbiamo chiamata cassaforte proprio perché viene chiusa. Да, вот сделали новую сумку, видите, новый образец, он вам показывает, которая, вот видите, тоже точно так же закрывается, как рюкзак. То есть вот такой же интересный способ открывания-закрывания, как у рюкзака. Una volta che è chiusa, questo è impossibile che uno possa entrare quando si da, va nei metro. Incassatera. Quando si va nei metro, nelle cose, è impossibile che uno venga a rubarti la roba dentro perché è chiusa, proprio chiusa, come fosse un lucchetto. То есть Рената говорит, что невозможно туда забраться и ничего украсть, потому что закрыто, как сумка инкассатора, еще и на замочек. Видите, еще есть замочек и застежка. I clienti l'hanno chiamata cassaforte. Proprio una cosa di che è impossibile entrare. Да, то есть как банк, кассафорте, как банк, да, сумка как банк, потому что все закрыто. И, соответственно, туда невозможно забраться. Вот, кстати, questa nuova модель, poi mostrare. Вот смотрите, девочки, нравится вам, да, или нет? Вот смотрите, сделали такую вот сумку, cioè, да, новую tasche модель. Interne, porta telefono. Что вот видите, она закрывается на такую... Porta i pad, poi c'è la tracolla. Да, длинный ремешок, есть кармашки разные. Che voglio ti dire che tutte tue borse adattato per market russo, così milioni tasche, tre tasche di po. Io in Russia che vengo in Russia molti anni, ho capito le esigenze delle persone russe. Loro vogliono tutto a portata di mano, quindi abbiamo fatto ogni borsa al portatelefono. Anzi, addirittura due portatelefoni interni. То есть вот Рената говорит, что много лет они работают с нашим рынком для русских людей, они много лет производят эти сумки, поэтому они знают потребности наших женщин и очень много делают карманов и для телефона, и для документов, и для всего. Porta iPad, molte tasche interne. Да, то есть много карманчиков внутри, для айпада, для всего. Ho visto che donne italiane piacciono borse tutte aperte completamente. Шарфа fuori, телефона fuori, tutta roba fuori. Tutta by scala, camina шарфа con donna. Le italiane le piacciono andare sempre dai carabinieri per la denuncia, perché le rubano sempre le cose dentro. Вот, то есть все время проблема у итальянок, потому что что-нибудь украли, и все время у них есть чем занять себя. То есть искать, идти в полицию, чтобы все это делать. Скрито квалькуно, браво маэстро. И вот смотрите, как интересно. Мостри, per favore, spieghi che tu fai tutte queste. Questi facciamo prima, come ho detto prima, facciamo tutte le prove. Abbiamo i cartoni, viene fatto i cartoni. Да, вот смотрите, вот такой вот у него, значит, конверт. И вот questo articolo, sì, giusto? L'articolo, il disegno. Вот смотрите, да, вот, например, идет картинка такая, да, и вот идет, скажем, рисунок модели, да, вот фотография. Questa вот эта модель. Prima faccio il disegno, vedi? И вот смотрите, вот рисует, да, вот рисует Рената вот так модель сначала, а потом делает к ней вот эти tutto dentro, tutti... Prima faccio il disegno, poi faccio tutti i cartoncini per fare le borse. Вот смотрите, где еще вам такое покажут? Потому что другие фабрики, они делают только продукцию, да?
и у них есть дизайнеры, то есть они заказывают, у них нет, здесь дизайнерское бюро, они заказывают в этом дизайнерском бюро коллекцию. Здесь человек делает сам, и вот смотрите, вот видите, каждая деталь сумочки, вот она делается из картона, видите, вот написано «Сотто», все скрито тут пасанте, сотто, да, lampo, dove да, tutto. Да, то есть все подписано. Tutto scritto per quelli che poi lo producono. E prima, quando abbiamo fatto questi cartoni, facciamo il provino fatto su questi materiali sintetici. Facciamo il provino come per presentarlo a quelli che dopo devono cucire le borse. Нарисовали, да, вот объяснял мне Рената с кузами, что вот сначала он делает, скажем, вот такой рисунок, эскиз, да, называется сумки, потом начинает делать вот эти выкройки. Потом, чтобы не портить кожу, да, допо деквеста, вот смотрите, текстиль, да, вот вам полуфабрикат из текстиля. То есть делают из текстиля вот из, такую же сумку и смотрят, где что открывается удобно, не открывается удобно, да, удобно ли ею пользоваться. Спегаке, допо туфай, проведи. Facciamo le prove prima. Le prove viene tutta cucita. Quindi è un lavoro molto molto attento, perché viene tutta cucita con le spille. Ah, è tutta anche туфай. Guarda. Viene tutta cucita a spille. А, да, да, вот он говорит, что степлером, видите, вот все степлером, то есть вот здесь все степлером, смотрите, прям каждый сантиметр делают вот это вот, не прошивают, это же такое бумага, что-то такое, а делают вот это все тык-тык-тык-тык, вот это все делают степлером. Per rendersi conto i problemi che ci sono poi nella lavorazione, me ne rendo conto io, perché se io trovo dei motivi che c'è troppo lungo, troppo corto, accorcio subito e faccio subito le modifiche. Ah, se vuoi aprire questo, sì. Dai, он говорит, почему степлером? Потому что если что-то неправильно сделали, вы можете раскрепить эти закрепки, да, и укоротить, или там удлинить, или как-то модифицировать, потому что степлер дает возможность, если вы прошили, уже сложно, да, степлер, вы антистеплером раскрепили и модифицировали вот эту вот модель. Вот воле он по спигаре дите, come tu mi spiegato. Вот Рената мне сегодня рассказывал, мы полдня проговорили, да, чтобы вам было интересней, что он учился, что родители воле спигаре дите он по. Кету и генитори фатто вендута казы, а то и дио фатто скарпы. Sì, io mia sorella, io facevo sempre lo stilista, studiavo a scuola, mio zio aveva una fabbrica di scarpe e io ero appassionato di fare lo stilista di calzature. Вот он говорит, что дядя делал, имел фабрику обуви, и Рената был еще ребенком, и он приходил и смотрел, как рисуют модели стилист фабрики, и стал рисовать тоже модели обуви. Когда увидел его дядя, он сказал: «Рената, ты делаешь это лучше, чем делает наш стилист». Сейчас, подождите, немножко я вот тут подвину. Вот, и... in America, una grande azienda, a fare le collezioni di calzature. Аспета. И вот он говорит, что он стал делать вот эти рисунки, наброски, и дядя сказал, что ты действительно талантливый, ты делаешь лучше, чем моделист, и отправил его в школу, и даже втихаря от родителей давал ему деньги для того, чтобы он учился в этой школе моделистов. И до поту финита ин Венеция, школа ин Венеция. In Venezia. Poi... Quando sono andato in America a fare questa campionaria di calzature, finito il campionario di calzature, la titolare mi ha chiesto se le faccio due o tre borse abbinate. Io non avevo mai fatto borse in vita mia. Io le ho detto di sì, che sono capace. Quindi sono... questo sì. Che tu mi hai detto, Roberta di Camerino, вот, in America. Da, вот, просто удача. Negli anni 70-80 era famosa come Louis Vuitton oggi qui in Italia. Вот в годы 60-е и 70-е, то есть 1960-70, была очень такая известная стилист Роберта Камерино. Он говорит, что она была более известна, чем сейчас Луи Виттон. И когда учился Рената в Венеции, напротив как раз была вот эта фабрика, и можно было практику как бы проходить. И вот когда его пригласили в Америку, они делали обувь.
Они сделали коллекцию обуви, она осталась очень довольна и сказала, можешь ли ты сделать, ну, 5-6 сумок все-таки, ну, в одном и том же стиле, как бы обувь и сумки, можешь ли ты сделать? И вот он нарисовал 5-6 моделей сумок. Adetto che tu fatto sette modelli di borse, uguali стили, come scarpe. Come le scarpe, abbinate alle scarpe. То есть в таком же стиле, точно как обувь. E poi, finito questo qui, sono tornato in Italia. E dopo 20 giorni mi hanno chiamato, mi hanno detto di questi modelli che avevo fatto, ne avevano venduti 180.000 pezzi. Вот, да, что он рассказывает, что через 6 дней он вернулся в Италию. Прошло, скажем, несколько недель, и вот эти сумки, которые он нарисовал, заказы сделали 190 тысяч сумок, тех, которых он нарисовал. И, соответственно, как он мне рассказывал, что ему тут же позвонили и предложили контракт. A quel punto lì ho deciso, io ho un fratello, ho deciso con mio fratello che lui faccia le borse e da lì sono iniziato a fare le borse, continuando però nel mio lavoro di stilista di calzature con l'ufficio a Bologna, con l'ufficio di calzature. Ho fatto modelli di calzature, si può dire, per quasi tutte le firme in Italia e molto all'estero anche, all'estero in Francia, in Marocco, in Germania, tutte le migliori aziende. То есть после вот этого, значит, бума, 109, представьте, 190 тысяч сумок, 190, не 90, не 100, 190 тысяч сумок, он мне говорит, что ему предложили контракт на много-много лет. Он сказал, я еще молодой, я хочу учиться, развиваться, я не хочу подписывать контракт на всю жизнь. И потом он вернулся в Италию, брат его занимался сумками. И они решили как бы совместно открыть вот это производство сумок. И, то есть Рената занимался в основном эскизами, моделированием, дизайном, а производством, скажем, бухгалтерией, коммерческими всякими делами взял это на себя его младший брат, он его младше на 10 лет. И, соответственно, он говорит, что потом он мне рассказывал, вот он сейчас не рассказывает вам, чтобы времени, он говорит, что «Dove tu fatto questa azienda per fare tutto design e Bologna?» Bologna, есть... proprio alla fiera di Bologna, al dodicesimo piano, che vedevi tutta Bologna, abbiamo fatto un ufficio bellissimo. E lì facevo lo stilista di calzatura con sei ragazze assieme. Prima questa Mipili in Hilton, questa fata. Ah sì, io sono stato uno dei promotori anche che prima di fare il Mipili abbiamo fatto l'hotel Hilton a Milano, perché al Mipili non si poteva entrare, perché non avevamo ancora un'azienda. Quindi siamo entrati al Mipili e il Mipili abbiamo organizzato e abbiamo avuto un successo enorme. Proprio c'era più gente dal Miper da noi che all'Hilton da noi che al Miper. Вот что он рассказывает, значит, когда у них еще не было фирмы, ну как бы не было вот офиса для моделирования, да, не было никакой компании, они не могли попасть на выставку Мипель Миком, вот которые мы все, кто продает сумки, ездим. И организовали выставку в отеле Hilton, сняли несколько этажей, и там были, скажем, обувщики, которые представляли свою обувь, и Рената со своими сумками. И получилось, что столько клиентов пришли заказывать его сумки, больше, чем обувь, что потом эти же люди кинулись заказывать обувь. И несколько выставок ему как бы в подарок делали стенд, а потом уже, когда он открыл такой роскошный офис, он говорит, на 12 этаже с видом на всю Болонью, он стал уже принимать участие в выставке в Милане. То есть Фьера Милана, когда уже, ну как бы сказать, это все стало официально, он стал принимать уже участие вот в этих выставках. И вот этот офис дизайнерский, то есть вот слушайте, что он делает не только для себя, он делал модели, практически мы сегодня разговаривали, вот всех, что я продавала, он делал для всех моделей. И он делал модели для других фабрик, то есть к нему обращались для того, чтобы он делал модели. То есть практически все сумки, которые у нас продаются, дизайнером этих сумок был Рената Анджи. Я этого не знала. Я успеваю, что тут, ну и очень, я говорила с тобой,
e tutti i marchi che io vendo, più o meno, sì. Tu hai fatto design per tutti, per Plinio, sì, per... Sì. Quasi tutti... Практически для всех, вот, о ком мы сегодня говорили, он делал именно, вот, то есть приходят люди в этот офис, заказывают коллекцию, он делает коллекцию для разных марок, то есть дизайн практически везде его. Io ho fatto i modelli per la Cercle giapponese nella pelliceria, nelle pellicce. Quindi sono passato un po' tutti i settori proprio facendo lo stilista, perché dicevano che avevo molte idee come creative. Вот, кстати, вот для Тотса, tu mi hai detto per Тотс, tu fatto для Тотса. I modelli in Togo, in una fabbrica che c'era 500 dipendenti. Facevano le scarpe, ma non ce n'era uno che aveva le scarpe dalla povera. Да, то есть вот он говорит, для Тотса, потом его пригласили в Того, в Африку. Он говорит, я приехал, ни один человек не ходит в обуви, а его попросили сделать коллекцию моделей для Того. Он говорит, как можно сделать коллекцию, если у вас ни один человек не ходит вообще в обуви, просто от слова ноль, никто. Опять же, Роберто Гандольфи, Туадетто, вот все, о ком мы сегодня говорим, он говорит, и для этого, и для этого, и для этого, говорит, я делал коллекции. То есть, представьте, насколько талантливый человек, я просто удивилась, я не могла сегодня остановиться, мы разговаривали, потому что сколько всего интересного. Для Саламандр, вот обувь Саламандр немецкая, Анки Тедески, для Саламандр, тоже дизайнер Рената Анджи, Бата, тоже известная марка, тоже делали для Japonesi, для японцев. Japonesi. Для японцев тоже делал. Вот пишут все, спасибо, grazie per diretta, grazie per diretta, tutti interessanti, che tu spieghi tutto di come cresciuta la tua azienda. Il bello che è stato quando sono venuto in Russia nell'86 sono venuto in Russia a esporre in hotel. Eravamo in 5 ditte e non c'era nessun cliente. E a me ho avuto l'idea di chiamare quella della reception. 1997. 86. В 1986 году они приехали в Россию Siamo andati in hotel per esporre. Noi pensavamo che i clienti arrivassero, non arrivava nessuno. Allora io ho avuto l'idea di andare giù nella reception, chiedere alla signorina se mi faceva dei biglietti di carta scritto qui c'è degli italiani con delle collezioni di scarpe e di borse. E ho dato a questi sei che eravamo, e ho detto te prendi un taxi, vai su quella strada, te vai su quella, ho organizzato un po' tutto. Entrate, perché non sapevamo una parola di russo, parlavamo solo italiano. Ho detto lasciate solo il biglietto. Il giorno dopo c'era la fila fuori di clienti che venivano a comprare. Вот смотрите, questa è stata una buona idea. В 86 году они приехали, 5 итальянских компаний, в Москву, отель Кельберго. Un hotel vicino, adesso non mi ricordo il nome. Окей, он не помнит, большой отель, да, в Москву, и чтобы презентовать свою обувь, и никого, ни одного клиента. Что значит, они, вот смотрите, тоже, да, находчивость, чем мы похожи на итальянцев. Они, говорит, спустились на ресепшн, взяли вот такие бумажки, написали, значит, номер телефона, да, не зная ни одного слова по-русски, что значит итальянская обувь, номер телефона, и отправили всех, значит, кто приехал, ну, там, 2-3 человека, да, отправили по московским магазинам, то есть, где продают обувь, раздавать вот эти бумажки, что итальянская обувь, номер телефона, такой-то отель. То есть, как бы сказать, смарт, да, находчивые люди. И он говорит, на следующий день в ресепшене, значит, в поле отеля стояла очередь огромная, чтобы посмотреть их коллекцию, сделать заказы. Вот так у них была, значит, вот так, как бы зародилась come prima fiera. Come prima fiera. Вот. Questa è stata la mia entrata in Mosca. E tutti, вот. Tutti si ricordano che ha detto che non avevo solo le idee di belle nelle borse e nelle scarpe, ma avevo anche le idee per vendere. Anche tu hai, come si dice, fatto idee di fiera a Mosca. Sì, sì, sì. Креато идея. Вот смотрите, человек, он говорит, вот эта выставка в Москве, да, я знаю, что меня смотрят многие мои коллеги, вот, кто-то что-то полезное черпает, я только рада поделиться, вот, потому что сумки Рената Анджи, анки туе борсы, вендуну мольте клиенты, я детто ке анки гвардуна ми нон соло клиенты, мольте коллеги, и ми пьяче мольто дары информационе пер тут, то козе туе роба, ко
comprano molte, molte russi, not solo me клиенты. И вот смотрите, мои уважаемые коллеги, вот вам сколько интересной информации, что оказывается та выставка, Фьера, то есть выставка в Москве, ее тоже, как бы сказать, креативным автором был Рената Анджи. Вот когда они приехали в отель, никого не было, они пошли по магазинам с этими бумажками, вот, и, соответственно, люди стали заказывать. И потом организовали вот эту выставку в Москве. То есть, представьте, это просто человек гениальный. Даже выставку он, как бы сказать, скреативил. То есть, он придумал, сообразил. Замок в виде рельсов маленький, да, скривоноке. Questa come quella stecca. Sì, 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 come tu hai mostrato che questo è qualcosa incredibile. Una cliente mia, sì, sì. Nadia, вот смотрите, уже сумка с таким замком. Видите, вот. Не только, да, рюкзак, вот и сумка. Скривано che qualcosa incredibile. In tutto il mondo, in America diventano pazzi di questa cosa. Да, и он говорит, что вот это продается во всем мире, не только в нашей стране, во всем мире вот это продается. Вот смотрите, anche posso spiegare di pelle. Tu mi spiegato oggi. La pelle noi prendiamo tutto il greso e poi io sono andato in una scuola per proprio per conciare la pelle e abbiamo trovato un prodotto che le nostre borse, specialmente quella pelle che noi la chiamiamo 81, è un pelame che più che si porta la signora, la ragazza che porta la borsa dopo tanti anni la borsa diventa sempre più bella, non è che diventi una borsa usata che sembra vecchia, diventa più bella, sembra più giovane insomma. Siamo riusciti a creare questo pelame che abbia questa forza di ringiovanire, quello che vorrebbero tutte le donne insomma. Вот расскажу вам сейчас, переведу очень интересную вещь, но одну секунду, потому что забуду. Склероз. Я спала 2 дня по 5 часов. Я же 2 перелетами, поэтому забываю все, шутим. Una mia cliente scritto che turchi, ho visto tue zaino con questa modelle, hai fatto foto, un persona, hai fatto foto per copiare. Per copiare. Ma c'è il brevetto, quindi che copiano così io prendo dei soldi. Да, Надя, скажите им, что мы прислали соль, деньги Рената за идею. Магварди, che interessante. Anche io creato adesso. Lei mi scritto che turchi fatto foto. Но что могу вам сказать, что также другую фирму, вы знаете, что турки копируют другого производителя, мной очень любимого. Не хочу называть сейчас в эфире. В чем большая разница? Я видела как-то сумку, у меня клиенты покупали много лет эти сумки. Io con questo brevetto ho preso molti soldi anche dalle firme italiane, perché anche loro avevano copiato. E poi io sono andato tramite legale e tutti hanno pagato subito perché hanno detto c'è il brevetto. Per tua idea. Per la mia idea. Вот, una seconda, voglio dire di pelle, voglio spiegare di pelle, di differenze pelle di Turchia e differenze di pelle tua. Noi abbiamo parlato oggi di un'azienda italiana e adesso una donna, fatto anche diretto tutto, e mostra queste borse e dicono questa mia idea. Ma una mia cliente ha comprato questa borsa, dopo 2 mesi è arrivato e ha detto dammi borsa normale, non posso usare questa borsa, tutto non c'è forma, non c'è distrutto, tutto, così. No, altro non voglio dire diretta. E perché così pelle? Non come pelle italiana, completamente differenze tipo di pelle. Voglio spiegare di cliente, un po' spiego questa di pelle. Così. Questa pelle è una pelle speciale, una pura anilina, non ha coloranti, non ha niente, viene messa in botte, pura anilina, e poi c'è questo prodotto che sono riuscito a farlo io con un mio amico che è un chimico, che è questo prodotto più che si porta alla borsa, più diventa bella. Ok, adesso io non dimentico dopo come insieme con te склерозом по. Вот смотрите, что как раз-таки пришли мы, вот Надя подсказала в этом плане. Вот вот, смотрите, ну, просто не очень корректно сейчас называть вслух, скажем, эту марку. Вот какая история была. Клиентка купила эту сумку, да,
скажем, опять же, не хочу называть, тоже это мои друзья турки, я их просто знаю, не друзья, а приятели. Вот она походила 2 месяца с этой сумкой, приходит, я смотрю, у меня сумок белого цвета таких не было, от слова совсем, я их не заказывала. И я говорю, ой, купили у кого-то другого сумочку, а она говорит, нет, я купила турецкую, и посмотрите, что с ней за 2 месяца стало. Я, говорит, не могу ее носить. Она просто потеряла всю форму, то есть она, если сумку той марки, можно 10 лет носить, она будет сохранять, она будет сохранять свой внешний вид, то там сумка потеряла форму, и она все-таки купила оригинал. Вот я сегодня начала вопросы именно с вопроса о коже, потому что я небольшой специалист в коже, мне все рассказали от и до. Значит, наппа — это кожа из шкуры ягненка, маленькая. Здесь кожа аналогичная наппе, вот такая гладкая. Ее делают из совсем маленьких телят. Вот, вот эта вот блестящая кожа. Ее делают из пикколо вителло. Sì, io sono abituato perché vedi io cartellini facevo così con la fotografia tutto dicendo che c'era il brevetto. I turchi hanno copiato anche il cartellino con la fotografia mia e noi abbiamo preso più di 50.000 euro di multa. Вот видите, да, вот он говорит, что он изобрел вот этот способ обработки кожи, и на каждой сумке, вот эта сумка раритет прямо, se posso anche mostrare che bella borsa, он говорит, что везде есть вот такой сертификат, и турки скопировали даже этот сертификат, и потом ему заплатили 50 тысяч евро штраф за то, что они скопировали даже сертификат, и китайцы тоже. Вот, поэтому вот посмотрите, Рената вам покажет вот эту красоту по мастраре. И вот что хочу объяснить, значит, что самое главное в этих сумках? Делают их che più importante in tue borse, prima modelli, seconda pelame, giusto? Вот смотрите. I modelli sono importanti, ma il pelame, i prodotti che io più adoro... importante sì, anche penso, sì, sì. Che possibile fare anche se sì, sì. Modelli buona pelle. I modelli noi io faccio lo stilista, quindi a me piace fare sempre, continuamente modelli nuovi, però io scelgo sempre materiali molto molto buoni, perché la borsa deve durare, non deve essere una borsa da portare 5 giorni e poi buttare via. Вот, аспету он по, вот смотрите, что он говорит, что значит, вот это делают из шкурок маленьких совсем телят, потому что шкурки маленькие. Почему кожа дорогая? Потому что шкурки маленькие. То есть маленький теленок, у него тонкая, мягкая кожа, делают из шкурок маленьких телят. И что самое главное, что друг Рената, он химик, и они разработали специальный способ обрабатки, как бы улучшения вот этой кожи. То есть как анилиновыми красителями, анилина. Вот, то есть они делают, красят эту кожу, ничего не добавляют, никаких добавок химических. И потом, abbiamo fatto un tipo una crema, una cosa che ci dà, si asciuga subito, e questa crema fa rinascere il pelame, più che porti il pelame, più che prende aria, più diventa bello. Вот, то есть у него есть друг химик, с которым они прям questo fatto patent di questo tipo di. No, si poteva fare la patente, ma non abbiamo noi la ricetta. È come quando uno fa un dolce che ha la ricetta, ma se uno non la sa. Вот, то есть патент не сделали, но они с другом химиком разработали. Ну, вы знаете, мы сейчас, как бы мне и так не очень легко переводить это все, тем более Рената расскажет, мы хотим немножко производства показать вам, а сумки ко мне приходят, и мы потом вам немножко покажем, это все новая коллекция, мы ее снимали еще на выставке, но, к сожалению, Алексей, не знаю по какой причине, еще этот фильм не выложил, я его просила, то он болеет, то еще что-то, знаете, все, что зависит от меня, я делаю на 100%, от других людей не всегда могу, поэтому по сумкам пройдем попозже. Qualcuno domanda nel borsa, ha detto che dopo, se abbastanza tempo, mostriamo. Ma le borse le ha tutte Irina a casa? Non, anche ha detto che è già arrivata roba e dopo settimane tutte queste borse arrivano a mio negozio. Вот, и вот он говорит, чем отличается эта кожа, что друг-химик придумал специальный способ обработки, они создали специальный крем, который втирают в эту кожу, и после носки кожа становится лучше, чем до носки, то есть можно носить эту сумку много лет, и она, чем дольше вы ее носите, тем она лучше смотрится. Я думаю, что вот этот вот
наверное, маслянистый слой, да, вот этот вот, который впитывается в кожу, когда вы носите, он, видимо, проступает, кожа не пересыхает, и она становится более мягкой, то есть эту сумку можно носить много-много лет, и чем дольше вы ее носите, тем она красивее и красивее смотрится. Вот, и поэтому вот это вот специальный как секрет, да, который, да, они делают вот такой, значит, вот эту вот хорошую мягкую кожу. А если вот Рената говорит, да, что если вы хотите, вот, например, недостатки какие-то скрыть, но то, что я вам говорила, вот когда, да, выход сиси спигатуки альтру типосе, квалькозе руинато, квальки проблемы он пели, и кой допо фары стампато квеста. Вот то, о чем как бы я вам говорила. Что... И questa pelle essendo seconda linea non ha una problemi, perché una pelle stampata. Да, да. Если, например, на коже, почему это называют кожа отборная? Se отборная, se molto molto pezzettine di pelle, se una buona per questo tipo di quanti per esempio 10 pelle. 3, 4, нормально. Все, это мы имеем 25-30%. Вот, то есть смотрите, 25-30%, то есть из 10 кусков, из 10 шкурок, да, где-то, ну, 2,5-3 идут только вот для вот этой гладкой кожи без дефектов. То есть почему она отборная? Потому что отбирают только бездефектные. Остальные 70% идут на вот эту кожу. И вот Рената мне объяснила, что наносятся вот эти вот тиснения, да, вот прям наносятся машинкой. И, соответственно, дефектов не видно. Но тиснение наносится при температуре. Нужна еще толщина определенная, да, чтобы протеснить это все. И становится твердое. То есть, если переборщить с температурой, то кожа становится твердой. Если пью альта температура, пью дура пели. И он говорит, что я всегда просто, я вот панически боюсь, чтобы не передержали, чтобы кожа стал, не стала жесткая, чтобы из нее можно было видеть и такие, ну, тоже мягкие, чтобы она не стала дубовой. Мне нравится la pelle morbida, но мне нравится la pelle dura. Да, то есть ему он говорит, мне очень приятно, чтобы это было мягко. Questo è un altro prodotto. Questo se vuoi dire un altro prodotto. È un monastery per loro, loro ti vogliono guardare, questo, questo loro guardano tutti i giorni. Ti guardano tutti i giorni? Sì. Perché sei bella, io sono, non mi guardo. Anche tu. Io non... Questa, vedi? Famosa e non... Questa, questa è una pelle, una pelle, una nappa di abbigliamento, che dove fanno i giubbotti di abbigliamento e noi abbiamo fatto le borse imbottite. Con i bottoni, imbottite, con i bottoni. Вот, то есть, вот это, molto questo, это кожа для одежды. Вот он говорит, что на вот этих сумках, вот они сейчас ко мне приедут, вот можете сделать предзаказ, они в трех размерах. Мне уже сделали мои сумки эти. И вот это кожа для одежды. И поэтому делают, вот видите, вот эти вот, как пуговички, вот эти пуговички. Тут и вот это. Да, да, то есть вот это все кожа для одежды и пуговички для одежды. И вот все вот это делают. И аспето домандано дитуя идея. Ну там Паура. Вот смотрите. Голосуем, девочки. У нас идет голосование. Вот смотрите, были сумки эти вот такие. Вот это новая летняя коллекция. Questo ho fatto coi bottoni. E poi, siccome che io so che tutte... Dove va? Nero con bottone. E lì, è lì. Ah, no, questo è con strass. No, no, con un bottone. Non c'è. No, non c'è. Non ho visto. Ok. Смотрите, черные тоже были вот с этими пуговичками. Ирина dice, no, ma so che le russe piacciono molto i brillanti. Diamanti. Brillanti. Siccome che io non posso regalare diamanti, regalo brillanti. Allora avevo pensato di fare le borse con i brillanti. No, piacciono, ragazzi, donne piacciono diamanti. Sì, lo so. Più buono amico, donna, diamante. Вот смотрите, да. Вот шутим мы, вот были, да, вот такие вот черные сумки у меня такие есть, светлые, сейчас едут уже в пути. И вот смотрите, Рената предлагает вам вот такой вариант. Вот мы сегодня голосовали, я с Филиппа, мы так пожали плечами, переглянулись. Рената говорит, я попробовал, мне понравилось. Вот, как бы сказать, в оплату за наш труд, да, что вот человек все-таки такой талантливый, вам все это рассказывает. Вот запишите, пожалуйста, да, да, так она и есть, Надя, подушка. Это же одежда для, кожа для одежды, и внутри вот эта мягкая прокладка, именно вот мягкая прокладка. Это подушка.
И вот как раз таки, видите, вот там вот эти пуговички. Да, вот они, видите, вот здесь идут вот эти пуговички. Ну, потому что вот как дверь. Помните, раньше мы обшивали двери дермантином в советские времена? Вы все моего возраста помните. И делали вот такие пуговички, чтобы синтепон не сползал вниз. Иначе все это... Cosa è dentro? È una... È un piume di oca. Piume di oca che viene messa sulle... Piume, capito, a di oca come sintetica, no? No, quello, siccome che viene messa nei giubbotti, nei... Sì. Вот смотрите, внутри синтепон. И поэтому делают вот эти пуговички, чтобы этот синтепон не сбивался. Пьюма – это пух, но пух искусственный, синтепон. И вот, чтобы просто так не сделаешь эту сумку, вот сейчас, смотрите, сделали вам. Голосуйте, напишите нам, и можете писать под видео во всех соцсетях, кто где смотрит. Вот смотрите, показываю вам близко, сделал Рената вот это вот со стразами. Кристаллы Квесты Сваровски. Сваровски. Non diamante. E come e come i fidanzati che dicono che le regalo un diamante, invece dopo non è diamante. State attenti ai fidanzati che dicono queste cose. Вот, так что это, конечно, не диамант, не бриллианты, но кристаллы Сваровски. Вот вам новая коллекция, чего еще никто не видел. На следующий сезон напишите ваше мнение. Вот эти сумки. Però sono carine, giovani. Sono giovani. Да, да, вот они, вот кто-то спрашивал про эту сумочку. Вот она такая же, сейчас они с пуговичками есть, вот они со Сваровски. Вот, пожалуйста, пишите, только пишите, пожалуйста, где-то, если ВК, да, там останутся комментарии. В Инстаграме не останутся, поэтому напишите, или там в Ютубе, или где-то еще мне напишите в рабочий телефон. Потому что, ну, продукцию делают, конечно, сделают образец для выставки, и там уже люди голосуют. Ну вот нам интересно, нравятся ли вам вот эти вот с кристаллами Сваровски. А! Ti danno idea. Fai cristallo non bianco, fai cristallo nero. Okay. Top. Perfetto. Ocal top. Grigio, come Vika scritto, anche, cal top. Oppure vetro di Venezia. Вот! Таня, я вижу, вы молодцы. Он еще говорит, есть же ветро де Венеции, а ютами склероз. Come viene il nome adesso? Murano. Murano, Murano. Ветро де Мурано. Подарил, оказа. Perché io sono di Venezia, quindi meglio mettere Murano. Вот, без кристаллов, senza cristalli, meglio, qualcuno scritto, no? Anche meglio bottoni neri, scrivono altri clienti, questi clienti che comprano molta roba. Però li abbiamo già in bottoni neri, Irina ce l'ha a casa, eh? Te ce l'hai con i bottoni neri, eh? Le hai ordinate? Sì, sì, già non finito tutto. Ah, finito. Sì, le ho già vendute tutte. Da, s'чорними пуговичками, у меня есть в магазине, можете приобретать чорними пуговичками. Per quello mi vuole bene, eh? Perché le ha vendute tutte. Da, вот. Супер брюлики, qualcuno piacciono questa, guardi, qualcuno piacciono senza, con cristalli, una persona. E ditemi anche di questa però. Вот, che è successo? Hanno preso le luci. Так, у нас погас свет, я боюсь, что интернет тоже отключится. Подключиться еще раз, посол Сенса Луче, посол... Липо! Hanno preso la luce! Ждем, без интернета может пропасть все. Ждем. E Putin non c'ha più mandato petrolio. Sì, Путин говорит, да, больше не шлет нам газ. Нет, у нас света, пропал свет. Вот вам так, сейчас подождем, может быть не пропадет. Це Wi-Fi possa perdere tutto. Va bene come parlano? Perfetto, molto interessante. Tu puoi guardare. Senza cristalli meglio, senza cristalli meglio. Okay. Questa uscita non c'è, non lo so, spero che Filippo trova. Facciamo senza cristalli. Anche interessante, se non bianco, sì, buon consiglio loro ti danno. Così Vika ha fatto cinte con strase, anche possibili nero strase. Questo dire che è quel ricavo.
è successo. Так, девочки, не знаю, у нас я не, видимо, все остановилось. Penso no, così collegato di Wi-Fi. Se mio telefono possa collegare di internet. Ma sono dei cieli che abbiamo Wi-Fi, niente, solo questo. Funzioni questo video fatto YouTube, non finito. Speriamo che Filippo trova che è successo. Aspettiamo. Questo stop, senza internet non funziona. Sono già, c'è qualcuno che è cliente, hai visto? Molto! Sì. Non ho visto qualche persona qua. E questo dopo te lo metti di nuovo in Russia? Sì, adesso loro guardano di casa. Sì. E scrivono, ti loro guardano di casa e scrivono, rispondono. Però quando te sei in Russia lo fai rivedere questo video o no? Sì, certo. Certo. Questo è Instagram. Eh? Instagram tu puoi guardare anche le mie pagine. E anche VK nostra, qualche nostra network nostra, ecco, russa. Ecco. Oh, ora! Aspetta, spegniamo le luci, perché sì, faccio troppo luce accesa. Sì. Fai vedere questo intanto. Dammi. Questo con questo zainetto qui è molto bello. Sì, aspetta. А, так, девочки, я не знаю, сейчас нужно, наверное, проверить Wi-Fi. Так, кто меня смотрит в YouTube? У нас тут слишком много света включились, шутят, говорят, что больше не дает нам Россия газ и нефть. Вот, поэтому нужно еще, наверное, подключить Wi-Fi. Видимо, отключился Wi-Fi. Вот, поэтому там пока не срабатывает у нас. Там нужно, чтобы мне Филиппа подключил Wi-Fi по-новому, видимо, пароль, логин. Вот, если свет отключился. Ну, а здесь я с вами продолжаю разговаривать. То есть это все будет в записи, поэтому, слава богу, телефон. Sì, ma adesso è arrivato problema. Aspettami. È arrivato problema che senza luce, Wi-Fi non funziona, bisogna fare seconda volta Wi-Fi. Bisogna Filippo fatto seconda volta Wi-Fi, così guardi Filippo. Wi-Fi. Non funziona. Perché questo è per lavoro. Sì, mi mostriamo. La cartella da lavoro. Sì. А Wi-Fi, senza luce Wi-Fi è chiusa e bisogna fare anche Wi-Fi. Sì. Così una già uscita, ma bisogna. Oh, Wi-Fi, guarda un attimo. Aspetta, va adesso, va. YouTube народ, agente in YouTube, interessante guardare, è uscita luce, tutti guardano, ok, facciamo così. Aspetta un attimo, non conosco, voglio aspettare un po', e ti vado io giù. Так, ну, per cliente in YouTube che più posso parlare così, questo fatto video, a questo bisogna, tu bisogna fare Wi-Fi per... Sì, ma vado a controllarsi nel partito. Да, так, продолжаем в YouTube, потом закончим в остальные соцсети. Вот что хотели сказать мы, что вот это тиснение, вот оно тоже наносится como intrecho. Intrecho, стампа intrecho. Да, делают его печать тоже для того, чтобы, скажем, замаскировать какие-то недостатки в коже. То есть, если где-то есть ранки, шрамики на коже животного, то тоже делают вот эта вся сумочка. Это зайнето per le ragazze giovani, abbiamo venduti moltissimi, li stiamo vendendo moltissimi. Да, очень симпатичный вот такой маленький рюкзачок для молодежи. И мне пьяче мольто questo logo. C'è la placca con la Venezia. Да, вот. Con la Piazza San Marco. Piazza, да, площадь Сан-Марко, вот это герб. Леоне Венеции. Да, вот это вот логотип города, герб города Венеции. И вот здесь, тут такое пели, тиснение, но высоком эстампо, тут грану квеста. Квеста интрейч. То есть вот такие вот красивые рюкзачки.
questo. E dopo questa borsa tu mi hai mostrato... Questa borsa da lavoro, sempre, da. Sempre con... Вот, да, вот такая же, смотрите, большая сумка для работы. Sì, posso fare questa? Partita. Bisogna prendere il telefono di Filippo. Filippo, ha detto bisogna prendere il telefono tuo, vieni qua. Fai non per favore internet. Вот видите, сделали тоже такой же, как рюкзак. Сделали вот такой же. Non ho visto, non ho ordinato. Ok, ma questo è inverno. Questo è sempre. Non ho visto la mosca. Questo bisogna wifi, così guardi, senza wifi bisogna. Solo uno? No, due, tutti. Non lo so perché. No, aspetta. Questo. Dato. Questo va. Ok, questo va. Fai questo. Perché è saltato tutto? Sì, senza luce, capito che è saltato. È acceso? Automaticamente. Вот вам, как это сказать? Итальянские будни. Я приехала, солнце светит, тепло. В помещении, слава богу, тепло, но не очень. Видите, я в стиле Рената Анджи. Света много включили. Свет раз и нету. Вот вам так получается. Так что... Аспетта? Это Филиппо, аспетта, если спинта тут. Ну, тут функционе, квеста тут функционе. Facciamo così. А квеста bisogna pensare... No, aspetta. Так. Facciamo così. Сохранить. Va, dai, Irina. Делиться. Facciamo seconda volta. Девочки дорогие, я не знаю, работает или нет. Сейчас посмотрим. Пытаемся тут все наладить. Аспетта. Там ВК Ностра функционе. Я извиняюсь, подождите, у меня тут с другой соцсетью проблемы. Аспетта. Шире. E cominciamo altra volta in Instagram. Adesso va, sì, sì. Sì. Per molti anni diretti già capito che possa succedere tutto. Questo già in Instagram. Adesso facciamo seconda volta. Прямой эфир. Так, ну, у нас сегодня условия неординарные, не из моего магазина, поэтому всякое бывает. Так, вот все опять в полном сборе. Ну, вот вам солнце, 18 градусов, прекрасная погода. Вчера был дождь, Филипп сказал, что я привезла хорошую погоду. Света больше включили, бай-бай лучи, бай-бай свет. Так что вот вам, пожалуйста, итальянская действительность. Прошу любить и жаловать. Сказали, что наш президент не дает газа и нефти, поэтому света тоже нет. Вот так. Так что Инстаграм начинаем по второму кругу. Здесь, я думаю, что продолжаем. Я очень надеюсь, что... Да, что продолжается, ну и там тоже мы продолжаем. Вот так бывает. Ну, приспосабливаемся. Пришлось привезти с собой лампу и штатив. Не барахло в чемодане, а, скажем, приспособление все, поэтому мы с приспособлениями. Так, вот рассказывает вам Рената, уже рассказываю я, что есть еще вот такая сумка, questa borsa, per documenti. La borsa da lavoro. La borsa da lavoro. Questi ci sta da quattro dentro. Documenti. In cui porta telefono, porta computer, tutto. E questa è una borsa molto importante, perché è una borsa da lavoro,
per il lavoro. Chiudere come sempre, banca. Sempre chiudere, che è impossibile aprire. Да, то есть никак нельзя ее открыть, если вы опускаете снизу вот этот замочек, и уже никак вы эту сумку не откроете. То есть очень удобное для именно тех, кто носит документы. Да, и вот есть еще длинный плечевой ремешок, он говорит. Вот, так что очень удобная сумка. И говорит, что и посмотрите, как интересно сделаны ручки. Вот видите, как сделаны классно. Вот видите, все это come fatanche, come stampo, questa manice. Tutto è fatto bene. Да, то есть сделано все, да. Да, я перфекционистка, мне нужно, чтобы все было идеально сделано. И мы siamo professionisti. Sì, sì, professionisti e perfezionisti. Браво. Так, и теперь questo. Ой! Не, no, niente, la sedia. No, non posso perché. И вот Филиппа вам, Рената вам покажет, да, вот сейчас новую идею тоже. Questa l'abbiamo fatta sempre su quel pelame molto bello. Per tutti, sì. Questa è sempre stata fatta nel pelame bello e poi ho voluto mettere sopra il pelame nei fianchi della borsa, da una parte all'altra le ho messo un lino ricamato. Sono dei ricami, fatti dei ricami molto molto belli. Sempre tinta su tinta, queste borse sono belle nere, non sono belle colorate, ma sono molto molto belle nere. То есть я надеюсь, что вы поняли, что вам показывают гипюр, то есть кожа с гипюром. Сумочка комбинированная, да, все идеально. Tutte con la tracola, sempre con i portacellulari interni, tutto. Да, то есть у всех длинный ремень есть. Se capito giusto, tutte tue borse dentro tracola. Tutte. Non c'è borsa solo, non c'è borsa, non c'è una borsa senza tracolla. Tutte le borse hanno la tracolla. Addirittura abbiamo delle borse, dei modelli che hanno due tracolle, una tracolla corta e una tracolla lunga. То есть для максимального удобства все сумки, вот мне задают вопрос, все сумки Renata Ange всегда есть длинная ручка, в некоторых даже две. E questa è una linea nuova molto molto bella. Да, и вот новая сумочка, это вам презентация. Ho già fatto una sfilata, presentata una sfilata nell'abbigliamento, è piaciuta moltissimo proprio perché ha questi di intarsi di ricami. То есть еще никто не видел, dammi più vicino. Вот смотрите, здесь сумка с гипюром, видите, вот гипюр вставили. То есть вот эта мягчайшая кожа, видите, как она сверкает, мягчайшая, гладенькая, что он говорит, когда носите, и она как бы полируется. Come полироль, факту полироль, где какая-то кожа. Вот она при носке просто полируется, становится более мягкой. Добавили вот гипюр. И, соответственно, вот вам презентуют, то есть был показ мод, скажем, одежды, и очень понравилась вот эта сумка. Но он говорит, что она красиво смотрится именно в черном цвете с гипюром. И вот эти вот... Вот такой вот бантик, да, красивый на ручках. То есть и вот она легчайшая. Ножки легкая и вот questa tua фирма. То есть это вот подпись Рената. E tutto tu fai firma come questo, tutti i documenti, tutto fatto mezzogiorno, fatto. Quella che firmo gli assegni. Да, да, то есть вот, пожалуйста, вот это его подпись. Он говорит, я говорю на всех документах, все, он тоже говорит, да, делают на всем эти подписи. Speriamo che i turchi non copiano la firma, Надя, турки не, это не делают копии подписи Рената. Вот такой. Так, с чем я не вижу так? Подождите, я уже тоже... с этим. Красивая сумка, вот с этой штукой, с гипюром, пишет кто-то. Пьячено клиенты, пьячено с гипюром. Вот можете писать, как раз я перевожу, читаю. Сумка секси, скрипто. Сумка секси. Questa borsa sexy. Скривано, borsa sexy. Molto sexy. Molto sexy, a me piacciono molto le donne per quello. Вот, видите, поэтому и сумка, да. Ему, видите, бриллианты, секси. Знает, как завоевать, да, женщин. Ho fatto la borsa un po' più birichina, e poi ho fatto anche una borsa da lavoro, sempre con i ricami. Con gipur. Ricamo questa, nostra gipur, si chiama. Sì, gipur. E questo qui contramezzo interno, molto, molto belle queste borse. No, questo fa così, più alto. Вот он, видите, сделали вот такую модель, вы уже знаете, вы ее тоже любите. И вот он сделал, говорит, видите, она больше такая, ну, скажем, и для повседневной носки. Не знаю, насколько она секси. Нет, турки точно.
turchi non fanno le tue firme. Scrivono troppo difficile. Вот, то есть, видите, вот это такая погулять, помните, как Абрам, ту рекордики Абрам не адето, ке гранде борса перте, а пикола пердоне нормале, а дото грация Абрам, перме гранде, пердоне нормале, пикола. Дели ки ю скерсо семпре пер квелло. Да, вот, так что это вот для тех, кто погулять, помните, как кусок нашла, чистила телефон, когда Абрам говорит, вот большая сумка для тебя, а маленькая для нормальных женщин. Я говорю, спасибо, Абрам, еще денег, говорит, найти и погулять. Говорю, где же их найти-то, если не работать? Так что вот этот погулять, а вот та для работы с гипюра. Поэли интречо, ке вен тут интречата мана. Спигато, ди мие клиенте, димми ке верита о нон верита. Ту ми спигато, кванду ту фай квесто? Квесто кучита мана? Mostrato che borsa di livello alto, sì, fatto a mano, tutto questo, è fatto a mano, sia l'intreccio, questo fatto, io faccio tutte le fascie, poi viene tutto intrecciato a mano dalle donne e quando viene messa sopra una sopra l'altra viene tutto cucito a mano con l'ago. Вот для тех, кто, да, ну для тех, кто может купить эти сумки, им понятно, что китайские сумки делает конвейер, итальянские руки. Но вот он объяснял мне, что вот эта вот строчка, видите, он пишет, что вот это, объясняет, что вот эта часть с этой сшита, и все вот это сделано руками. И он мне объяснял, что, Ира, когда сделан вот этот ручной шов, это показывает, как бы сказать, уровень сумки высокий, что сделано это все не конвейером, а руками. Вот здесь вот сделано все... Так, спасибо. Есть черные сумочки. Да, воланами серые я заказывала. Черные не заказывала, серые я заказывала. И вот он, видите, объясняет, что сделана вот эта трубочка, да, вот такая вот, ну, полосочка, да, сшита. И все потом вот это вот переплетено вот так вот руками. То есть ручную. Я заказывала серые сумки с воланами. Sono borse molto particolari, molto belle, una che compro. Это вот новая коллекция, да, я тоже ее заказывала, видите, вот она интересная, да, вот с такими вот, видите, как бы вот такие вот ушки вот здесь, чтобы держалась вот эта ручка, то есть чтобы вот такой мешочек, вот они уже тоже должны быть готовы, я такие сумки заказывала. Вы можете посмотреть в Telegram, я разместила, там есть эта сумка с воланами в сером цвете, которую я заказывала, которая ко мне сейчас придет. Черная нет, не заказывала. Подожди, questa è l'altra cola, questa e questa addirittura con quattro scompartimenti. О, мамочки дорогие. Sempre intrecciata a mano. Sempre intrecciata a mano, quindi quando tre, oh mamma mia, вот смотрите вам швейцарский банк. Quando comprate queste borse qui, comprate dei capolavori come oh, mamma дорогая, questo per diamanti veramente, sì, questo se fai diamante dentro, chiudi una zippo, dopo fai altro zippo, dopo lacchetto con chiavi. Quando troverò una morosa ricca, troverò. Да, то есть вот, sì, se donna ricca, да, per orologi dentro, qua tutto dentro. Вот видите, тут смотрите, под замком еще один замок, terza tasca, tutto. Porta cellulare, più да, для телефона. Più la tasca esterna. А еще один. То есть вот видите, сколько тут вот этих карманов и сколько тут всего. А questo già fatto non come mano, fatto come sì, perché sennò veniva a costare troppo. Да, тогда будет стоить дорого. Если это все делать вот эти швы руками, то будет стоить дорого. А cosa tu hai fatto con questo? Ah, poi abbiamo fatto questo. Ваши любимые. Anche questo. Да, следующее. Давайте посмотрим. А, вот новая, смотрите, вот новая модель вам презентуем. Фотографий у меня не было. Abbiamo messo in metallo, in то есть вот эти сексуальные кольца, когда говорят серьги на женщине круглые, сексуальные кольцами, сумка. Queste borse vengono portate così. Да, да, вот так. Più a. Vengono portate così. Porta da te. Вот так вот, то есть можно ее носить вот так. Ho fatto le sfilate, le hanno portate così, le modelle erano tutte contente perché hanno detto che veramente è una cosa. Очень интересно, можно носить вот так, видите, красиво, вот Рената Анжи, да, на ручке. И вот, соответственно, когда Альтракола, да,
Проколы. Сисите sempre l'altra cosa. Ну вот, если длинная ручка, то вот так вот вы видите вот это вот впереди. Вот, вот так получилось. Sì, bellissimo, veramente bello. Mano possibile così. И вы как раз смотрите на вот эту вот красоту, вот где написано Рената Анжи. Вот это все новое. Abbiamo anche le borsine, le borsine piccole, vedi? Vedi queste qui che? Piccolina. Ой, che simpatica. То есть questo stile più aggressivo, più sportivo, perdona. Di una donna che dice ce l'ho solo io. Да, что только я и никого эгоиста. Для женщин-эгоисток, любящих себя, вам предлагает Рената вот эту сумочку. А questo perdone come io che lavorato, а questo perdone che camminare, a passeggiare. Ну, все как всегда. Вот для тех, кто погулять, вот такая сумочка. Да, для тех, кто, значит, работать, и такая стильная, с характером для женщин-эгоисток, самодостаточных, он хотел сказать. То есть для самодостаточных женщин вот та сумка, а для зависимых вот это, да, погулять, ничего нету, solo soldi, chiavi, telefono, e soldi di marito. Di soldi dell'amante. Так, от любовника. Так и marito da pochi soldi. А, то есть муж вам денег не даст, а вот любовник даст. Так что это вот для тех, да, что никто ничего не делает, только положить деньги от любовника, телефон и ключи. А тут, значит, для тех, кто работает, чтобы денег можно было много положить. О, verità giusta, non lo so. Guardi, che interessante. Più o meno tutti i miei clienti, tutti lavorano, tutti i famosi dottori, insegnante, professore. Ma è giusto lavorare si vede di più, quelli che non fanno niente muoiono subito. Oh mamma mia, che cosa succede?